Вот это да. Вот это зеркальная струя, так зеркальная струя. Тут недалеко. Кто Харькова не знает, символ города Харькова — фонтан «Зеркальная струя». Это то же самое, оно в статике. Вообще красотища. Очень красиво. Мне интересно, ну хорошо, подают воду, но замерзает постепенно. А как освещение туда подается? Даже нарастает. Я говорю, как они туда освещение подают? Это же, ну, постепенно замерзает. Что, залезает там туда, вода, краном подают? Да. Не, вода подается, и оно все потом замерзает. Да я понимаю, как свет туда, они до самой вершины. А ну, светодиоды, они сейчас же воду не пронесают. Вообще красота. О, там он вообще выглядывает. Руки, головы для фантазии. Простор. Просто красотища. Насколько просто и насколько классно смотрится. Похоже, как будто корабль, какая-то шхуна караэла. Замерзла. Кариатидная ростра торчит на нас у корабля. Смотри, женщина на носу корабля подмерзла немного, что неудивительно. Очень классно. Еще художники по ледяным скульптурам по льду вырежут нам из этого Эйфелеву башню. И будет вообще красота. Да. Привет, сыночка. Сынок, я сейчас возле ледяной скульптуры, сейчас записываю на видео, принесу домой, тебе покажу. Я тебе взял уже подарок. Давай, через часик буду. Пока-пока. Да. Что это мне напоминает персонажа из «Догмы»? Но озвучивать этого не буду. Какого конкретно? Голгофинянин. Безумно красиво. Я не знаю, будет на видео это видно.
Ну, в общем, пора по домой. С работы идем. Не доберемся никак.